Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Миша Банска. Меня зовут Миша, я живу в Болгарии на горнолыжном курорте Банска. Сейчас у нас прекрасная золотая осень стоит, конец октября, очень теплая, приятная погода. В общем, наслаждаемся последними деньками здесь. И в этом видео я хочу поднять такую важную тему для всех русскоязычных, точнее, для всех российских эмигрантов, которые живут где-либо за границей, вообще не важно где, ну, в частности, в Болгарии, само собой, потому что у нас здесь этот вопрос обсуждается, мы там дискуссируем на эту тему. А вопрос, собственно, звучит так. Нужно ли уведомлять МВД России, ну, то есть раньше была миграционная служба, сейчас это подразделение МВД России, нужно ли уведомлять МВД России, вот это миграционное, по поводу наличия у вас, у нас, в ВНЖ в Болгарии или в какой-либо другой стране. В России есть такой закон, который обязует россиян уведомлять МВД о наличии второго гражданства, либо о наличии права на жительство, на жизнь в другом государстве. То есть Россия позволяет иметь два гражданства, иметь ВНЖ, это никак не ограничивается, не все страны это разрешают. Единственное, что требует законодательство, это сообщить о имеющемся у вас ВНЖ, ПМЖ или втором гражданстве в другой стране, сообщить об этом в России. И закон предполагает, что нужно сообщить об этом в течение 60 дней с момента получения данного статуса в другом государстве. То есть вы получили, через, в течение 60 дней вы должны об этом сообщить. Но при одном условии, если вы не приезжаете в Россию, то есть вы получили, например, ВНЖ, да, в Болгарии, допустим, там, или в Германии, вы получили ВНЖ, и в течение 60 дней вы не приехали в Россию, вы живете в Германии или в Болгарии, где-либо, да, то есть в Россию не возвращаетесь, то в этом случае вы должны сообщить о имеющемся у вас в статусе ВНЖ, ПМЖ или гражданстве в течение 30 дней с момента вашего первого визита в Россию. То есть, например, вы получили ВНЖ, 3 года невыездно жили в Болгарии, да, на этом ВНЖ, и вот вам нужно поехать в Россию, вы приехали в Россию, и вот у вас есть 30 дней, чтобы сообщить, уведомить об этом МВД России. Насколько я знаю, если вы приехали меньше, чем на месяц, там, на 2 недели, допустим, то даже не будет никакого нарушения, если вы не сообщите. Тем не менее, у нас очень на эту тему идет дискуссия, да, то есть я как бы сторонник того, что если есть закон, лучше не вступать в конфликт с законом, то есть лучше пойти и сообщить, да, об этом. И тем не менее, есть многие люди здесь, которых я знаю, русскоязычные, ну, русские, россияне с российским паспортом, которые не хотят ни в какую об этом уведомлять. И я говорю, в чем причина вот этого вашего такого сопротивления, там, то есть закон дан для того, чтобы их нарушать, да, вот это в России все-таки есть у русских людей в крови. Почему вы не хотите это пойти и рассказать, если того требует закон? И начинаются самые разные пугалки, страшилки, которые мне напоминают, знаете, какие-то народные приметы, типа «рассыпал соль к беде», вот что-то такое. Ну, в частности, то есть разные люди говорят то, что им приходит в голову, то, что они где-то прочитали, услышали там, не знаю, какие-то им пугливые друзья рассказали. Ну, то есть начинается вот это вот реально какие-то бабушкины истории. Первое, я помню, один человек мне сказал, вот ты поедешь в Россию, если сообщишь про ВНЖ, ты просто обратно не вернешься, тебя не выпустят. Я говорю, как, почему, что, как, где об этом сказано? Нет, я точно знаю, там, все, точно тебя не выпустят из России, если ты расскажешь. Второй человек мне говорил, ты вот пойдешь и расскажешь про ВНЖ в Болгарии, и вот будешь в России, любой милиционер тебя, полицейский, остановит на улице, спросит твои документы, узнает, что у тебя ВНЖ, пробьет тебя и начнет тебя разводить, чтобы ты ему бабки заплатил, типа судимость тебе какую-нибудь там начнет впаивать, там нарушение, там криминал какой-нибудь на тебя повесит и так далее. Я думаю, господи, ну как вы вот это, у вас фантазии просто, реально можно боевики снимать, блин, потому что если полицейский захочет вас развести, ему совершенно плевать, есть у вас ВНЖ или нет у вас ВНЖ, вот он вас разведет, если захочет, а если не захочет, не разведет, да. Может быть, наоборот, если у вас есть ВНЖ, то он и не будет никак с вами связываться, и вообще я не уверен, что им это интересно. Есть у вас ВНЖ, нет ВНЖ, ну то есть какие-то реально детские преувеличения или бабушкины страхи, просто страсти эти. Короче говоря, наслушался я здесь всего такого, всяких этих каких-то предположений, домыслов, историй там выдуманных, невыдуманных, не знаю. В общем, пока я не знаю ни одного прецедента, чтобы у человека были проблемы, у человека, который сообщил о своем втором гражданстве, ПМЖ или ВНЖ в другой стране, чтобы у него были какие-то проблемы.
Я когда приехал в Россию, вот не так давно летом я был, я в течение 30 дней пошел в это в МВД в своем городе и я сначала позвонил, спросил, как можно рассказать о том, что у меня есть ВНЖ. Мне сказали, вам нужно в такой-то кабинет, там 300 какой-то кабинет, да, приезжайте в любое время. Я приехал на следующий день. Подошел, значит, к охраннику, там полицейский стоял, говорю, мне в 300 такой-то кабинет. Он спросил, по какому вопросу. Я сказал, по какому мне вопросу, он меня пропустил. Я зашел в кабинет, там сидят девушки, сотрудницы МВД. Я сказал, вот у меня есть вот такая карточка ВНЖ в Болгарии. Соответственно, в соответствии с законом я хочу сдаться, рассказать об этом, что оно у меня есть, так как я это обязан сделать по закону. Они говорят, хорошо, вот вам бланк. Значит, пример заявления, вот бланк, заполняйте. Сейчас я подойду, девушка сказала. Взяла мой паспорт, по-моему, и карточку, сделала ксерокопии. Я в это время заполнил там небольшой, одностраничный, по-моему, листик заявления. Она подошла, проверила, сказала, да, все верно. Ушла на 2 минуты, и когда вышла, выдала мне такую отрывную часть с этого заявления, которую я могу предъявлять где-либо, там, на границе, пограничнику там или в России где-то, о том, что я уведомил МВД о том, что у меня есть ВНЖ. После этого она сказала, все, удачи, счастливо, как бы до свидания, увидимся там в следующем году. И все, все это заняло реально минут 15 максимум, то есть без каких-либо там лишних вопросов, им вообще не интересно, что вы и как, то есть никто не спрашивает, а что ты там делаешь в Болгарии, а ты не предатель? Нет ничего такого, друзья, то есть и вообще никому это не интересно. Пришел, заполнил, до свидания, удачи, все вежливо, быстро, аккуратно, никаких вообще страхов нет, никому вы не интересны, то есть вы сделали то, что, к чему вас обязывает закон, вы чисты, перед законом, ваша совесть чиста, вы спокойно можете летать куда угодно, туда-сюда, не бояться пограничников. И я считаю, что, естественно, нужно это делать, чтобы у вас не было проблем. А теперь переходим, собственно, к тому, какие проблемы могут быть. Первое, штраф, если вы сообщили с запозданием о том, что у вас есть ВНЖ, то есть не в течение 60 дней с момента получения и не в течение 30 дней с момента вашего первого визита в Россию после получения ВНЖ, штраф всего лишь 1000 рублей. Но есть проблемы. Если вы совсем не сообщили, если вы совсем не уведомили МВД, да, о том, что у вас есть второе гражданство, ПМЖ, ВНЖ в другой стране, то может быть уголовное наказание, уголовный срок, либо штраф 200 тысяч рублей, или годовой оклад, в сумме годового оклада в размере, или 400 часов исправительных работ, если не ошибаюсь, да, все правильно, сейчас я сверю со своими данными. Вот, это вы все можете уточнить в статье 330, пункт 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну и самое неприятное вообще, да, то есть это, что это нервотрепка, если это действительно, не дай бог, после, против вас возбудят уголовное дело, то, а, блин, кому это надо, да? Это вообще никому не надо. Не нужно ни сотрудникам МВД лишние волокиты, это не нужно вам тем более, потому что у вас вообще все ВНЖ обнулится, вас не выпустят за границу, пока у вас уголовное дело идет. И вообще какой-то след на репутации. Ну и самое главное, это нервы и время. Проще зайти на 15 минут в МВД и рассказать об этом. Вот такую бумажку мне дали о том, что я рассказал о том, что у меня есть ВНЖ. Теперь я эту бумажку, ну такая вот маленькая тройной талончик, вот, теперь я эту бумажку могу показывать, если у пограничников возникнут к вам вопросы. Как это может быть? Например, сейчас у меня там есть шенгенская виза, да, я когда лечу из России, они смотрят, что у меня просто открытая шенгенская виза, и они не задают лишних вопросов, там, в Болгарию можно тоже по шенгену летать, да не вопрос. А если у меня эта виза закончится, и я на какой-то момент буду без визы, без шенгенской, и буду лететь в Болгарию, меня могут спросить, да, или я прилечу из Болгарии. Они спросят, на каком вы основании находились там, или на каком основании вы вылетаете туда сейчас. Могут задать вопрос. И мне нужно будет ответить. Я не буду пререкаться, типа, а это не ваше дело. Знаете, как некоторые начинают там барагозить и только еще больше усугубляют проблемы. Я скажу, у меня есть ВНЖ, и если они спросят, а вы докладывали, у меня есть эта справка, все, никаких проблем не будет. Я еще раз говорю, если вы там не преследуетесь законом, не нарушали закон, не в розыске и так далее, то совершенно никаких не будет проблем у вас. То есть не нужно придумывать какие-то сами себе страшилки, легенды. Ну и также еще такой момент. ВНЖ дается на год, в Болгарии, да, в частности. Соответственно, каждый раз, когда вы получаете новую карточку,
это как считается как новое ВНЖ, это как новый документ. И нужно, если вы приезжаете потом с ним в Россию, то нужно вот в течение 30 дней пойти доложить. То есть пока ВНЖ каждый год в течение 5 лет, оно у вас разное, разный документ, разная карточка, нужно в течение 5 лет раз в год вот ходить, посещать МВД и рассказывать, писать это заявление. Когда у вас ПМЖ, все, вы получили, у вас документ не меняется на 5 лет, соответственно. И то же самое с паспортом. Один раз единственное сходили, все, сказали, пока у вас паспорт. Это просто вопрос к тому, что многие вроде как хотят это делать, пойти рассказать, но даже не знают, как это сделать, куда идти, куда обращаться и нужно ли. Потому что я посмотрел вот эти форумы, это просто полные непонятки. Там такие дискуссии идут, господи. То есть это, говорят, ВНЖ, вот эта личная карта, которую вы получаете в Болгарии, это не ВНЖ, мол, это просто разрешение пребывания. А в законе его сказано вот так, и начинают там что-то, формулировки выискивать, спорить, там столько люди времени на это тратит. Я это решил одним звонком просто. Позвонил в МВД, говорю, нужно, и у меня есть разрешение пребывания, карта на год. Они говорят, нужно. Даже если на полгода, там какая-то долгосрочная виза, уже чуть, по-моему, нужно. То есть любой вот какой-то статус выше туристического уже как бы обязует вас вот это сделать. Проще пойти и рассказать, чем не рассказать, а потом сказать, я не знаю, а как мы знаем, незнание законов не освобождает от ответственности. Вот. Таким образом, если вы же российский гражданин, если вы в эмиграции живете там где-либо вообще в любой стране, да, временно или постоянно, когда вы приезжаете в Россию, то нужно это сделать. Удаленно это сделать никак невозможно, сразу скажу. Ни госуслуги, никакие там сайты МВД, ничего не поможет. Нужно обязательно идти сходить лично. И, как я уже сказал, никто не будет вас там допрашивать, там светить фонариком в глаза там, и тушить об вас окурки. То есть все очень легко, просто происходит. По крайней мере, у меня все произошло максимально легко, приятно. Я пообщался реально с приятными сотрудницами там, МВД. Не было никаких вообще негативных мыслей и эмоций в этот момент. Все, что я сделал, единственное, да, потратил там полчаса, там 40 минут времени, чтобы дойти, там съездить в отделение это МВД, где есть это отделение миграционное, и 15 минут общения с сотрудниками. Ну и все. Вон песик бегает. Вот таким образом, друзья, такая история. Если у вас на этот счет были какие-то сомнения или вопросы, я надеюсь, я вам помог, рассказал, что к чему. Если есть вопросы в комментариях, пишите или рассказывайте о своем опыте по этому поводу. Увидимся с вами в новых видео. А вот что она об этом думает. Вот, все, всем удачи, до новых встреч, пока.